Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами записываем новую танковую рубрику, и будет она называться типа «Туннель смерти» или еще какое-нибудь такое эпичное название придумаю, еще, ребята, я его до конца не придумал. Вот, эту рубрику мне подсказал один из подписчиков, Евгений, ссылочку на его канал, впрочем-то, я оставлю в описании под данным видосиком, либо просто в комментарии, ребята, ее скину. Вот, смотрите, суть заключается в чем, я ее немножко переделал, у нас стоит вот так вот видео. И вот это, ребята, наш туннельчик смерти, по которому мы должны проехать. Вот, со мной сегодня в участниках также будут это Кирилл и Жек, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем здорово. Вот, смотрите, ребята, у нас есть некий такой туннель. Мы будем по этому туннелю ехать, и у нас есть 8 участников, которые могут нас лупить с ДДшками. И, соответственно, я буду ехать, ребята, первый, потом Жека и потом Кирилл. Если, например, у меня не получается вот здесь проехать, они меня убивают, то потом у нас Жека становится. Потом Кирилл, и мы рубимся до того момента, пока кто-то из нас не возьмет этот самый голд. Но я не знаю, если там будет очень-очень-очень жестко, будем сразу, я не знаю, потом сразу трое ехать, этому тоже довольно-таки забавно получится. Вот. И суть заключается в том, что мы должны взять голд. Например, я проезжаю и с первого раза беру этот золотой. И, соответственно, Кирилл с Жекой должны будут кукарекнуть по одному разу, потому что они этот голд не взяли. Вот. И стартовать, ребята, нам тоже нужно будет с такого довольно-таки хардового места. Место это вот здесь вот. То есть у участников есть просто вообще огромнейший шанс прицелиться, врубить ДДшки, чтобы там КД, не КД у них было все четенько. Так, давайте я, ребята, нам, то есть можно и аптеки, и все это хавать. Но, опять же, ребята, я вам говорю, что аптека, она, ребята, не лекает так же, как раньше. И сейчас именно вот этот туннель проехать будет очень-очень хардово. Так что, если вам эта рубрика нравится, ребята, не забывайте просто ставить лайкочек. Потому что те, кто ставит лайки, те вот однозначно берут золотые ящики просто на изи-пизи. Так, ладно, давайте я им уже напишу го и поеду. Блин, да не надо сейчас меня стрелять. Желаю удачи. Дураки? Просто дауны. Просто дауны, я вот серьезно, другого не могу понять. Чуваки, вы не понимаете, что стрелять вы можете только в туннеле? Поверните рельсы свои. Боже мой. Короче, ребят, сейчас я поставлю на паузу, еще этим ребятам объясню правила, и тогда мы продолжим. Так, ну что ж, ребята, объяснила нашим участникам правила, и давайте уже сейчас напишем опять го, и посмотрим, как вообще это все будет у нас дело обстоять. Немножко, да, запутанные правила, немножко все у нас нестандартненько получилось, но опять же думаю, что сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да нет. Они меня снесли, вот это жесть! Какого фига они сидели там и тупили? Блин, ну я не взял, я мог этот золотой ящик забрать. Блин, ну это жестко. Это я понимаю, что они сейчас вообще не снесут так же и Жеку. Вот, seriously, они вот Джеку также сейчас не снесут, они не удастся им снести. Блин, это very-very hard. Потому что если бы я, ребят, не врезался в Никитоса, я бы этот золотой ящик забрал. Так, ну ладно, правило есть правило. Давай, Женька, у нас второй, наезжай ехать. Напиши только го. Давайте, го я сам напишу. Вот, и давайте, ребятулечки, едьте. Я сейчас буду ехать и смотреть это все дело, как Женька у нас... Ну, мне кажется, что Жека сейчас хитрюга у нас уже возьмет его. Не, у Жеки есть преимущество тем, что у него проди... Да-да, у него есть продика, как бы, это очень жестко. Они его снесли. Так, Кирюха, а ну-ка пошел туда, сюка. Близко так подъехал, я тебя понял. Вот сейчас, конечно, было здорово. Жека, как так? Напишите за меня го, а то у меня... Окей. Так, а они там все приехали. Надеюсь, ребят, опять же, вам рулька понравится, потому что, блин, ну это как-то жестко. А, все, он уже едет. Блин, а я не написал того. Так я написал, я... А, ну все. Офигеть! Это чё? Это у меня был, походу, такой один пробный заезд, что я взял и так вообще на изи-пизи проехал, и они меня не попали. Вот да, это, да. Блин, капец. Кстати, ребята, вы можете нарить ДДшки просто вообще на изи-пизи. Так, ладно, давайте, чтобы не затягивать, сразу напишем го. И я уже поеду, помчусь. Блин, ну мне кажется, что это seriously будет нереально. То есть, сперва они как-то, да, они тупили очень по-страшному, очень по-жесткому, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Вот это вообще просто бред. Я не понимаю, как эту тему можно проехать. Так, Женьки, ты уже там на старте становишься? Да, я, наверное, сам напишу, да, го? Да, давай, пиши го и уже едь. Каждый из нас, короче, ребята, будет сам писать го. Вот, Джек, соответственно, уже едет. Поехал, просто поехал, Женька, Женька, едет и давай. Женьке удастся проехать? А вот это, кстати, баночка была очень крутая. Просто царская, ребята, просто царская обманка. Блин, ну это было жестко. Ну что, Кирилл, давай, я первый у нас буду кукарекать. Кстати, ребята, я научился кукарекать как Джобсик. Вот, поэтому сейчас оцените, смотрите. Просто... Ой, думаю, вам всем понравилось. Так, окей, ребят, сейчас мы встанем напротив следующего голда. Вот это у нас будет голдик следующий. И как мы опять же выстроим нашу вот эту траекторию, мы продолжим. Так, ну что ж, ребят, продолжаем мы дальше. Мы выстроили своих богатырев напротив следующего голда. И опять же, ребят, кстати, напишите, может быть, сделать у нас побольше участников, может, по 5 или по 6 вообще штук с каждой стороны. Вот это, мне кажется, будет просто вообще very-very hard. Так, ладно, я им, ребята, уже пишу го и начинаю, так сказать, ехать уже просто вообще очень-очень-очень-очень жестко. Блин, меня, короче, рельсуха и немножко облапошили, и я врезался в довольно-таки неприятное место. Вот мне кажется, или сейчас засранец Джека, он нас опять проедет. Не-не-не, сейчас он не проедет. Давайте. Джека у нас написал го. И, ребят, просто смотрим и наблюдаем за этим всем делом. Просто, ребят, смотрим и... О, Джека, мне кажется, это все габелло. Или нет? Что? Ясно. Боже мой, пацаны. Нет, я понял, что для них это очень-очень сложно. Так, давайте, ребята, выстраиваться вот напротив этого голда. Будем мы стартовать вон оттуда. Ладно, я понял, что для них остановочки это очень сложно. Давайте сделаем так, что мы останавливаться вообще не можем. То есть мы как стартанули, должны ехать, впрочем-то, по страшной жести. Так, ну а мы с Кирюхой опять кукарекаем. Кирилл, давай. Сука. Здоровый просто лоб сидит, кукарекает на видосе. Сука. Так, ладно, вот сейчас, кстати, они довольно-таки сделали все здраво. Так, все, поняли, да? Нам нужно просто брать и ехать, останавливаться нельзя. Так, я им пишу го и просто поехал. Просто, ребята, ихаем. Вот сейчас меня довольно-таки неплохо-таки снесли. И, кстати, снесли заодно Диман из Рынска. Ну, я так думаю, он сейчас встанет, и как он встанет, Джека у нас уже просто на всех парах начинает ехать и проезжает, опять же, и забирает следующий голд. Вот, это будет вообще просто люто. Так, ладно, давайте, Женька у нас поехал. Женька у нас, ребята, просто поехал. И... О, я думал, он еще очередной голд возьмет. У меня уже, если честно, жопа немножко начала пригореть. Так, ладно, давайте. Кирилл, мы тоже даем старт. Го. Все, Кириллха у нас едет, начинает просто дикий какой-то фарш свой. И он тоже не проезжает этот туннельчик смерти. Ну, блин, мне кажется, или нужно было с самого начала сделать такие правила? То есть именно правило с тем фактом, то что... Короче, я не смогу участвовать дальше, походу. Почему? Свет вырубили. Нормально. А как ты разговариваешь? А у него еще аккумуляторы там стоят. А у меня бесперебойник, да-да-да. Так, давай. Ну, короче, ладно, будем мы, ребята, с Жекой участвовать. Жека у нас тоже поехал, уже начинает ехать. И, о, боже мой, как же у меня сейчас жопа пригорела. Блин, Жека, почему ты так опасно едешь? Почему мне кажется, что ты прям в какой-то момент просто заберешь этот страшный голдик, и мне будет очень-очень больно, потому что... Опа, 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 опа! Опа! Женька... Женя. Так, все, Жека, давай, мы с тобой едем сюда. В принципе, я думаю, на этом у нас рубрику стоит заканчивать. Берите голды, берите. Берите остальные оставшиеся голды. Их всего лишь осталось, ребята, 2 штучки. Так, Женька, ну ты-то не бери, куда ты поехал?
мы уже взяли свои. Все, ребят, забирайте все голды оставшиеся. Их осталось, к сожалению, всего лишь 2 штуки. Но, блин, нужно было не лошить. Нужно было... Вот, не, на самом деле, нужно было с самого начала придумать правило, что не нужно останавливаться. Потому что Жека как раз-таки затащил с остановочками эту всю тему. Но, опять же, думаю, что вам этот видос понравился. И вы однозначно оцените его своим лайкосиком. Потому что, ну, как по мне, довольно-таки здраво получилось. И необычно таких рубрик я вроде как бы еще на ютубе не видел. Опять же, автора данной рубрики, точнее его канал, я оставлю либо в описании, либо в комментариях под данным видеороликом. Так что, кому понравилось, точнее, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайнер и Жека. Всем пока-пока! Всем пока!